сподобались польові квіти, так як я просто люблю польові квіти, і дуже мальви сподобалися. Картина – це мої улюблені квіти, надзвичайно. Ну, а взагалі всі надихають. Сьогодні просто такий, ви знаєте, тандем. Я сказала, що таке враження, що от художники малювали спільно. Навіть запитала, чи ви малюєте одночасно? Ні, не малюють. Він малює, пан Константин малює в майстерні, а пані Світлана малює вдома. Але домовленості певні у них є, тематику. Ну, але сьогодні от просто, ну, кожна картина так, наче пройшли вуличками Києва, пройшли тими мостами, перебігли, наче в ботанічному саду побували, всі знають цю гірку. Це свіжа зовсім картина, ну просто такі, от знаєте, веселі, надихаючі. Життєтворчі картини. Во-первых, Константина Шаповалова нравятся лодки, вернее, яхты. И нравится рядышком картина Светланы, мальвы. Что мне еще подобается? Мне мосты подобаются. А чего? У вас какие-то ассоциации с ними? Я не знаю. Нема никаких ассоциаций. Вода. Я люблю воду, дивитися на воду. И тут багато в нього води, ну, написано води. І в тій виставці, що в тому році ми дивилися, там теж була вода, але там були такі щось грозове, таке бурхливе все, а тут таке спокійне. Є роботи, які показують Київ в тому ракурсі, в якому мені показувалися, що нігде, якщо взяти художні роботи. Мені дуже подобалася вот, хороша робота «Ботанічний сад» і «Мост метро». Шикарні роботи, роботи говорять. О прошлом, о настоящем и о будущем, смотря откуда вас смотреть на них. Поэтому такой работа замечательная. Думаю, что человек не сможет выжить, если он не будет уделять этому внимания. Это как глоток свежего воздуха. И даже в таком быстротечном мире и в таком круговороте событий, и мы живем в большом городе, в мегаполисе, каждый человек хочет найти для себя что-то, как якорь для своей души, где он будет восстановлен, где он найдет покой своей душе. Я думаю, что вот такие выставки и такие мероприятия, они как раз и позволяют человеку восстановиться. Когда смотришь на искусство, очень глубокое искусство, очень мало хочется говорить. Больше ощущений внутри, и это вдохновляет, и это жизнеутверждающая картина. Я бы вот эти картины здесь, в этом зале, и оставил. Пусть бы висели. Почему бы иногда там менял бы одну, другую, там, просто чтобы так уже. А так пусть висят. Вот, если вы подниметесь выше нас на этажах, у нас там фотографии. Большие, красивые, но фотографии – это всего лишь фотография. То есть, а картина – это совсем немножко, на мой взгляд, это немножко другое. Фотография – это ну, передача объектива, застывшее, да, застывшее мгновение. А картина – это немножко совершенно вот то, чего фотография упускает. Поэтому я, конечно, желаю таким творческим людям побольше приходить к нам в городской совет, в городскую администрацию, потому что у нас таких людей, если честно, не хватает. Очень бы хотелось, чтобы их было больше.